Всем привет, с вами канал «Все для огорода». У меня уже два кабачка таких выросло. Вот сажал из одной пачки, получился один белый, другой как бы цукини. Вот, два кабачка, хочу их помариновать. Так, кабачки я помыл. Сейчас мы их порежем. Так, мне вот такие две банки есть от кабачковой икры. Сейчас мы их будем резать. Уксус нужен, сакр. Укроп есть, чеснок и лавровый лист. Больше мне нет, перца нет черного. Что есть, то есть. Так, сначала надо порезать кабачки. Естественно. Вот в каждую баночку надо положить уксус. Это... Сейчас покажу. Делаем без стерилизации. Просто это заливаем. В банку два раза кипяток крутой. Вот, а потом делаем маринад. Или даже с этой воды делаем маринад. Здесь получается, вот в этих банках вылезает 1,5 литра воды. Я померил. Вот. Так. Ну ладно, сейчас начнем вот так. Значит, в банку кладем немножко укропа. У меня укропа здесь не очень много. Можно порезать укроп его легче делить. Я укроп посадил на семена. Он называется зонтик, такие вот. И действительно зонтик. До этого сажал укроп, зонтик мне не получались. Оказывается, есть укроп именно на семена. Так, вот у нас три баночки. Кладем понемногу уксуса, хотел уксус сказать, блин, что-то уксус. Понемногу укропа. Так, укропа положили. Так, чеснока надо положить. Если вот выкопал чеснок молодой. Так, чеснок надо разрезать пополам. Хотя бы. Вот. О, пополам. Скользкий какой-то, чесноты. Опа. Опа. Так. О, в каждой банке можно по одну зубчику чеснока как раз хватит. Мне чеснока не так много. Надо у соседей попросить. Чеснока что-то дали. Кладем по лавровому листу сразу. Вот, теперь начинаем... Это самое, резать кабачки. Вот, резать кабачки. Так, чай, вот сейчас, так. Ну, некоторые режут пятаками. У меня банки такие узкие, поэтому я делать буду, резать буду полосками. Опа, вот так вот, красный, смотрите. Так, сейчас, опа. Первые кабачки мои. Так, вот такими полосками режем. Когда откроешь их, они как огурцы получаются, маринованные огурцы, вот бывают один в один прям. Все, начинаем набивать. Это можно было поуже сделать их, наверное. Чтобы побольше вошло бы. А то все не войдет. Так, ладно, сейчас вот так разрежем. Поуже, а то плохо входит. С вами канал «Все для огорода». Сделал больше 1000 роликов. Что-то плохо, плохие, плохо просматривают почему-то, не знаю почему. Отрезаем эту папулечку, папульку. Бац. Я в прошлом году делал три баночки. Так мне понравилось. Хорошо, вкусные такие. Я еще перец туда клал. Вот.
перец. Клал я. Так, вот это еще поуже разрежем так. Когда поуже, они лучше лезут в банку. А это толстые, они, их мало входит. Так, сюда не входит. Режем половинками тогда. Чтобы набить нам побольше. С вами канал «Все для огорода». Подписываемся, делаем кабачки. Вот. А то я обычно жарил их, оказывается, их можно мариновать. В прошлом году как раз попробовал мариновать. Мне получилось. В принципе, без стерилизации. Банки без стерилизации. Просто кипятком заливаем два раза. А потом делаем. Вот это можно даже. Здесь мало вошло. Так. Ладно, вот эту попку сейчас вот эту срежем. А то в следующую. Может даже еще банку возможно. Вот, это чистим. Вот, если что-то грязное такое, мы лучше очистить. Так. Некоторые пятачками, ну, это надо пол-литровые баночки. Но у меня здесь банки маленькие такие. Из-под кабачков. Они крышки у них хорошие. Что я думаю. Так. Наверное, пополам надо разрезать. Вот так. Опа. Лучше больше войдут. Вот, сейчас мы это замариновываем, ребята. Там еще банка была одна, надо попробовать. Ну ладно, эту я сделаю, а вот это остальные, что вот эти кабачки мне остались, ну половинки эти, я это другую банку или еще две банки. Так, здесь наверное надо. Здесь можно вот так пятачками нарезать. Вбиваем плотно. Они умнутся, Серёд. Вот я говорю, я в прошлый раз перец сюда красный клал. Тоже резал полосками. С перцем ассорти лучше получается. Но так как у меня перца нету еще, ну как бы он еще, его нету совершенно. Там это, только цветет он и все. Вот это много. Разрежем половиночку. Так, и эту сейчас тоже. Бац. Все. На этом мы оставим на потом. Следующую баночку там еще одну, наверное, войдет. Так, наливаем кипятку сейчас сюда. Здесь крутой кипяток у меня. Можно еще положить эту, как бы чесночка еще хуже не будет, правда? Сверху еще так вот чуть-чуть чесночка. С вами канал «Все для огорода». Блин, зараза упал, ну ладно, если. Хочет, пойдет. Так, еще здесь вот это. Во. Чеснок очень полезный. У кого спина заболит, можно взять. Вот даже вот если вы простыли, допустим, да, ну, сопли, насморк, кашель, берете чеснок, несколько головок крупного, натираете на терке, и вот этой кашицей натираете спину всю. Вот, она вам спину прожгет, как раз спина, там легкие находятся ближе там к спине, прожгет хорошенько, то есть нагреет, вот этот чеснок, у него эти фламоноиды глубоко войдут в кожу туда, вот, и как раз будет убивать эти бактерии, которые у вас зашли через дыхательную систему, вот. Очень помогает хорошо, я всегда так делаю, вот даже...
Одному, конечно, неудобно. Ну, натираю там на целлофановый пакет и прям ложусь на него, и все. Они так прожгут хорошенько, а потом надо стряхнуть, попросить, чтобы стряхнули. Вот, стряхивать, и все. Хорошо прожигает спину, и вот, и вот этот насморк сразу проходит, и кашель тоже. Вот. Также чесноком можно лечить, если у вас боль при межпозвонковой грыже. Также берем вот эту кашицу, кладем на то место, где у вас болит в спине. Там, когда болит, очень дергает сильно, спина болит. Просто вот эту кашицу положили, вот, накрыли целлофановым пакетиком, подождали 20 минут, убрали, все это смыли, чтобы... А то чеснок делает ожоги, если должен подержать. А то мне мама, как бы сказать, у нее спина была межпозвоновая грыжа, я чесноком сначала лечил ее. Вот, она взяла и спать легла, блин. И, конечно, себе обожгла, блин, эту спину, аж кожу. Потом целый год мазали, кое-как зажила. Так, все, наливаем кипятком. Крутого. Потихонечку нальем, банк не лопнул. Так. На 10 минут примерно. Потом сливаем вот из этой банки. Опять накипятим. И опять заливаем. То есть два раза надо залить, а потом из этой воды сделать маринад. Маринад делать столовую ложку этого столовая ложка соли, 2 ложки сахара и 2 столовых ложки уксуса. Вот, наливаем потом и все. Если у вас уксуса нет, пойдет даже эссенция. Но эссенцию надо налить чайную ложечку сюда. А уксус мы будем брать вот такой. Красная цена, вот 9%. Вот, столовая ложка уксуса. Даже можно 2 даже. Ну, здесь банка маленькая, хватит одной. Понятно, да? С вами канал «Все для огорода». Подписываемся, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Можно крышкой прикрыть этими, да, так чуть-чуть, чтобы снять гонца. А потом эти крышки я опущу в стерилизацию, то есть в кипяток опущу. Перед закрытием, естественно, выну и сразу буду закрывать, а потом перевернул. Все, оставляем эти кабачки на 10 минут и потом сливаем. Можно 20 минут подождать. То есть, такие кабачочки получатся. Понятно, да? То есть, маринад это примерно столовая ложка соли и 2 столовых ложки сахара на этот объем воды. Здесь как раз воды 1,5 литра. Я замечал. Но сейчас я налил, наверное, меньше 1,5 литра. Ну, в общем, сделаем маринад, а то получится, когда будем заливать, мало ли вот этого маринада не хватит. Ну, пускай лучше будет больше, чем его не хватит совсем. Вот, такой будет у нас ассорти. Правда, хорошо бы перец, конечно, красный положить. Но в следующий раз надо в магазине купить перца красного болгарского. И туда прям нарезать будет еще вкуснее. Ну, у меня только перец появится в конце, наверное, августа, наверное, скорее всего. У меня сейчас его нету. Спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Понятно, я думаю, да? Я думаю, понятно. Вот. Все. Жду 10 минут. Вливаю, кастрюлька здесь у меня есть. Кипячу опять, делаю крутой кипяток, вот этим рассолом. Опять второй раз заливаю, потом жду опять 10 минут, потом сливаем, опять кастрюльку сливаем, добавляем ложку соли, 1,5 ложки, 2 ложки сахара, или 1,5 ложки сахара, и 2 столовые ложки уксуса. Все это делаем, опять разогреваем до кипятка и заливаем в банки, и крышки стерилизуем, закрываем и переворачиваем. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Приглашайте на чайный кофе, обязательно зайду. Спасибо за просмотр. На канале более 1000 роликов я снял.
Да, набрал 1000 подписчиков, правда, за 3 года. Вот, ну, все-таки хорошо. Тысяча, тысяча. Теперь делаю ролики. Роликов у меня 1000, еще шортики делаю. Ну, шортики что-то мало кто смотрит. Вот. Спасибо еще раз за просмотр. Приглашайте на чай, на кофе, обязательно зайду. Спасибо за просмотр еще раз. Всем пока-пока. С вами канал «Все для огорода». Также можно подписаться на мой второй канал. Называется «Сад на всех широтах». Вот там, вскоре я, наверное, туда перейду. Потому что здесь я уже наделал 1000 роликов, а там всего там 400. Поэтому, наверное, буду делать для того канала. Называется «Сад на всех широтах». Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока.